Одесса, 9 апреля 2023 года. Поздно вечером, около 9 часов, в Херсонской области раздался сигнал воздушной тревоги. Также сообщили, что тревогу могут дать и в Николаевской, и в Одесских областях. Дело в том, что со стороны Крыма вражеские Су-35 зашли в зону пуска ракет. Информация уже успела обновиться. Сообщили, что уже Херсонская область атакована ракетами с вражеских Су-35. В Херсонской области слышна канонада работы ПВО. Также пришла инфа, что в Запорожье зафиксирован пролет дрона «Камикадзе» «Шахид-136». В Одессе области, слава богу, и нашим ПВО пока все спокойно. Эта информация предварительная и неофициальная, но это все, что есть на данный момент. Официальные сообщения выйдут ближе к ночи. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего вам самого наилучшего, самого доброго, и даст Бог, до новых встреч!